В СВГУ открыты новые специальности. Единственный вуз Колымы получил лицензию на подготовку кадров по специальностям теплоэнергетика и электроэнергетика. Подать документы можно будет уже в этом году. Программу обучения университет разрабатывает совместно с Магаданэнерго. Кроме того, преподаватели, которые готовят студентов по профильным предметам, пройдут переподготовку. Также СВГУ привлечет педагогов из других регионов. Привлечение не только выращиваем своих, но и привлекаем специалистов из крупных вузов, технических университетов России. У нас опыт такого сетевого взаимодействия огромный. Мы сейчас пользуемся услугами лучших преподавателей России, в том числе, не стесняемся, это нормальная практика. Например, Иркутского технического университета национального исследовательского. Вот. И здесь проблему тоже отчасти будем решать. То есть лучшие преподаватели энергетических вузов будут с нами работать. Университет будет привлекать практиков из Магаданэнерго и других организаций. По требованию государственных стандартов обязательно участие представителей работодателей в образовательном процессе. Они должны читать определенный процент дисциплин. Практика будет проходить на базе предприятия. Также обучаться по этим специальностям можно будет в магистратуре. Ну да, как он будет положительно решаться, конечно. Мы на кого ориентируемся? Если у нас есть люди, которые уже имеют высшее образование и желают поступить, например, в магистратуру, причем высшее образование может быть любого профиля, как я понимаю, да, даже гуманитарно. В принципе. Вот, то мы таких людей, естественно, будем смотреть, подбирать, и если они нас устраивают, направлять в эту магистратуру, на поступление, скажем так. Пока занятия будут платными. Лицензию, которую получил вуз, гарантирует обучение только на договорной основе. Впоследствии, когда университет получит право на аккредитацию новой программы, Минобр сможет рассмотреть вопрос о выделении бюджетных мест.